Привет, народ! 20 февраля у нас сегодня. Можно сказать, пришло лето, минус 8 всего на улице. Все без перчаток. Все птицы вышли с удовольствием, на солнышке греются. Уточки купаются. Курочки гуляют, клюют. Всем хорошо. Перезимовали, да? Ну, на самом деле, не все так радужно. Конечно, завтра, послезавтра у нас там еще даже до плюс 4, плюс 5 обещают, что в понедельник. Потом опять похолодание, но надеюсь, что уже таких морозов минус 40 не будет. Да, Лилечка, да? Это я приносил, отдал курам, если видите, он... Тазик разломанный. В нем таки делается домик на Рождество. Традиция. Дети делают из gingerbread. Это имбирный хлеб, имбирный пряник. Из этого пряника делается такой домик. Но он у нас отстоял уже. Есть мы его не будем. Там он есть в кошачьей шерсти. Вот, ну стоял как декорация долго. Сейчас я его отдал птицам. Думаю, его скушают, подойдет он. Придется по вкусу. Ну, что такое, что там? Заходили. Квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак. А, это Ганс пирата гоняет. На него крякает. Видите, это пират. Вон у него торчит крыло. Ну, мне такой достался уже, я думаю, это или с детства у него. Ну, он не мешает ему уток топтать. А это у нас Ганс, саксонская порода. А это у нас Лили, да? Грейт Пиреней. Пиренейская горная собака. Это цесарочки. А это петушок. Петушок, золотой гребешок. Открыл я, видите, дверь, чтобы проветрилось чуть-чуть. Но мороженое это. Куры прыгали, видите ли, выклевали как. Короче, все гуляют. Настало лето, все гуляют. Сейчас мы пойдем в лес, снимем камеру. У меня там камеры, все морозы простояли. Наверное, 3-4 недели. Посмотрим, что там. Лилечка, солнышко. Ой, Лили, тазик. Ой, сладкая. Ладно, пошли мы гулять в лес. В лесу мы. Небольшой ветерок есть. Ну так, в принципе, хорошо. Погода отличная. Что хотел показать? Видите, след такой. Тик-т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 ик. Тут камера у меня стояла, это я сейчас ее развязал. Такой тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Дальше туда пошла. Если нам повезет и камера сработала, то мы увидим. Такие маленькие следы оставляет, красивые. Сейчас пойдем еще вторую камеру снимем. Запыхался по глубокому снегу ходить, знаете. Хорошая физкультура. Там кто-то на... гимнастические залы деньги тратят. Приезжайте ко мне в лес походить. Смотрите, какой у нас красивый закат там. Солнышко садится. Собаки загоняют курей. Не все. Некоторые нюхают молоток. У меня такой геологический молоток. Я его покупал когда-то в Израиле. Ну, чтобы в горы ходить. В израильский. Есть там кое-что, пошел поискать. Можно джады, знаете, такие есть. Круглые такие. Не как булыжники, разбиваешь, а внутри горный хрусталь. Ну, он так получается. Там температура, давление и кристаллы растут.
вот. Вот. А здесь как я его использую в Манитобе? Сейчас вам покажу. Видите? Вот так я его использую. Дверь не закрывается, намерзла. Пригодился геологический молоток тоже. Сейчас. Целый день дверь открытая была, и там капала водичка, потому что тепло стало. И он намерзло. Сейчас уберу. А начал дверь закрывать, дверь не закрывается. Смотрите, как они мне пенопласт сожрали, куры. Не куры, а динозавры. Ну так, конечно, они все рады, что тепло стало. И утки, куры. Сегодня целый день гуляли. Да, девочки? Девочки тоже сегодня целый день гуляли. Мы с Олей с девочками вышли. Обошли наше владение там везде. Посмотрели, где какие мы деревья будем сажать. И посмотрели, ой, сколько нам здесь работы вырезать. Конечно, деревья запущенные, кусты запущенные. Резать, резать и резать. На несколько лет работает, по большому счету. Где вот эти все кусты, вот. Там сирень, какие-то непонятные ясени выросли уже из семечек. Короче, много работы. Ладно, пока совсем не стемнело, сейчас. Вот тут. Одной рукой отгонять курей, чтобы они не попали под молоток, другой молотком долбить замерзший помет куриный подстилку. Ну, вроде отбил. Смотрим, как закрывается. Хорошо закрывается. Защелочка, все как надо. А то оно там прямо вот застревало, не давало закрыться. Ладно. Солнышко спать пошло. У курей там еще несколько часов свет будет включен. Им надо длинный световой день, чтобы яйца ногтей не падало. Вот, ну а мы пойдем домашними делами заниматься. Там Оля что-то делает. Красивый закат. Конечно, подарок сегодня погода. Минус 2 вон сейчас на улице. Красота. Барли и палочка, да? Барли, ты нам палочку принесла. Ой, а там кто? А там Ника. А там Ника. Олюшка, что мы тут делаем? Рассказывай. Мы выбрались проредить наши кусты. У нас тут на участке очень большие заросли. Мы не могли понять, что это такое, пока прошлой осенью, да? Угу. Август месяц, наверное. Мы собирали ягоды. Ага. У нас тут дерево есть. Они называют это чукучеря. По-нашему это будет черемуха. Черемуха. Да, и соседи, канадцы, рассказали, что из этой ягоды получается очень вкусное вино. И вот мы решили попробовать. Мы собирали ягоды. И да, действительно, вино получилось очень вкусным. Олюшка, я тебе перебью. Кинь ей палочку, пожалуйста. Она так, это самое. Да, хочешь палку? Опа-на! Да, вино. Вино было вкусное. Мы до сих пор им наслаждаемся. Там не такой большой объем. Вот мы решили, значит, прорядить. А когда мы собирали здесь ягоды, мы совершенно случайно обнаружили здесь заросли малины. Ага. Ягод нам уже не досталось, но малины здесь очень много. Вот, а я на колючая. Ага. Вы видите, вот это вот все тут, это малина. Ага. Она росла вперемешку с крапивой, поэтому мы ее сразу не опознали. А к осени крапива начала жухнуть, и мы увидели, что вау, тут же малинка. Ага. Так вот, мы сейчас проведем операцию по спасению малины. Мы это все дело вырежем. Угу. А по весне, когда она пойдет снова в рост, мы крапиву будем вырезать и отдавать курочкам. Угу. А малинку оставлять и культивировать ее. Ну, ага. Может, даже какие-нибудь ягодки успеем собрать. Ну, может, за птичками успеешь тут. Ну, тут вопрос такой. Кто первый встал, того и ягодки.
Потому что птички, да, они нам в прошлом году мало оставили шансов. Барлечка опять с палочкой. Мы теперь-то умные. Это в том году мы были наивные и шли собирать. Ты рассказывала эту историю? Ну да, у меня есть видео там, где Оля стоит, говорит, а, шпаки поила. Весь виноград. Они меня так обманули. За два дня просто вот полностью весь виноград. Съели весь виноград. Да, а я так надеялась, что я сделаю вино вкусное с винограда. Все ждала, когда он созреет до самого шикарного состояния. А надо было брать, когда было что. Ну, что такое? Вот и с малиной точно так же. То есть мы ее сейчас... Ай. Мы ее сейчас облагородим, а по весне будем ухаживать. И я надеюсь, хоть на какую-нибудь баночку варенья. Ну да, хотя бы так ягодки пару в рот бросить, да? Да. Ну вот. Ну, Ланенька, давай тогда. Поговорили, байки порассказывали, да, пошли резать. Да. Привет, народ! Слушайте, как кричит. 23 февраля у нас сегодня. Так что всех причастных с праздником. Кто считает, что это его праздник. Вот. На улице у нас 0 градусов. И ветер такой он. Все-таки больше северный, чем южный. И скорее всего, что завтра будет уже похолодание. Там у нас соседи что делают? Большую машину привезли. Или у них там трактор большой заезжает, бульдозер, не знаю. Уехали, да, видите, экскаватор. Экскаватор подогнали. Подогнали экскаватор, а для чего, не знаю, что, наверное, рыть будут. Вот. Там у нас напротив, ну как, там не живут люди, но они используют этот участок для развлечения охоты, там озеро, выкопан пруд такой. Пригоняли трактор, не знаю для чего, что-то копали, наверное. Мы ездили с Олей в Стейнбах, это город у нас тут такой недалеко, полчаса езды. Там в основном выходцы из Германии, ну вернее не с Германии, они с Российской империи, немецко говорящие. Поэтому он такой, Штейнбах. Вот ездили мы там прикупить кое-что. И, смотрите, что я прикупил. Вместо купил своим птицам хороший тазик. Вот. На 3 галлона. 11,4 литра. Professional Farm Grade. Что он классный, смотрите. Замерзла. Так вот ногой вытрусил. И погнали. Это то, чего не сделаешь с вот этими из Долларамы. Стоил он 14,95 плюс налог. 15-16 долларов. Ну, если посчитать, сколько я потратил на вот эти тазики, так что нормально. Единственное, он был такого размера только один. Остальные были меньше и больше. Сейчас я думаю, может, мне меньше надо было для еды им купить. Чтобы не было вот таких вот вариантов. Видите, как у меня здесь валяется перевернутый, это я им тут еду насыпал. Ну, видите, что происходит с этими тазиками с долларом, они просто рассыпаются. Хотя тоже это 4 доллара стоит. Вот, так что, наверное, куплю для еды еще им такой, если найду. Можно поменьше. И это для воды, чтобы они купались в зимний период, пока у нас пруд во льду. А уткам обязательно надо водички покупаться. Я им принес ведро воды, сейчас налью, будут купаться. Ну, конечно, у них тут сейчас все грязненько, так из-за того, что таять начало. А травка еще не вылезла. Ну, весна. Надеюсь, что весна. Зато он тыкву оттаяли, они клюют по чуть-чуть. Ладно, сейчас нальем водичку. Ну, сейчас посмотрим, понравится им или нет.
Я их тот налил, осталось чуть-чуть. Это, в принципе, тем ведром можно два таких тазика наполнять. Что тазик на 11 литров, а ведра на 18. Ну, понравилось. Смотрите. Сейчас думаю, попьют и полезут купаться. Я не знаю. Нравится им тазик. С праздником вас! С тазиком. Ну да, что-то похолодало. Вчера теплее было намного. Хотим с Олей пойти продолжить резать кустарники. Пока мне сильно не холодно. Мы подумали, вон да, не загрузили этот экскаватор. Пока не холодно, мы можем... Ой, это мои собаки там, это Лилечка их там строит. Лили! Она гавкает там, я думаю. Медведь уходит из леса, когда она гавкает. А это Ника стоит, смотрит. Вот, так мы пойдем пострижем чуть-чуть еще кусты, малину. Погода позволяет, потому что нам очень много чего надо стричь в этом году. Чем раньше начнем, тем лучше. А на днях будут морозы обратно, ниже 10, что-то 13-15 обещали. Ну, неприятно будет работать на улице. Так мы пойдем тогда делать грядки, колотить. Ну, эти деревянные такие, знаете, из этих, из мештахов. Как мештах палят? Поддон, из поддона деревянный. Нравится. Я рад, что нравится. И мы заезжали еще. Купили корма. Что-то мне увезу, честно. Купили корма стартового цыплятам, потому что мешок съели уже. Вот, нам надо было подрастать. Вот, что-то петухи за курицей не поделились. Он на побежала. Да, цыплята сажали уже мешок корма, подросли. Я бы уже даже есть такие, которых перевел бы сюда, но холодно им еще чуть-чуть. То есть их можно без грелки держать в куре, ну в там вот в моем ангаре, в этом мэнкеве, в сарайчике. Вот в том. Но еще нельзя на мороз в этот. Ну, я думаю, через месяц переедут. Будет уже. Потому что есть там какие-то, которые... Да, точно месяц назад, 23 января. Родились. Первый родился у меня. Вот. И у нас сейчас вылупляются еще. Лучше, чем в прошлые разы. Я сделал работу над ошибками. Спасибо Сереге из Германии. Он мне посоветовал, как правильно это сделать. Серега, смотришь? Привет и большое спасибо. Вот, я начал укрывать их, поставил в пенопласт, инкубаторы начал укрывать, они меньше стали терять температуру, самое главное, влажность, и выход значительно лучше стал. Да и меньше нервов, то мне ночью они пищали, что у них там сухо, приходилось вставать, воду доливать. Сейчас поставил в пенопласт, накрыл одеялами, намного лучше. Ладненько. Пойду дальше сейчас, выгружу корм. А, еще кормушку купили, покажу позже. Покушаем и пойдем порежем, пока есть, позволяет погода. Порежем кусты. Да, красавица? Ну, каюк, какие-то они красивые, черненькие. 24 февраля. Вот это мы вчера месяц был. Подготовительная группа. Или старшая, не знаю, наверное. Это тут малышня. Я еще двоих принес. Там прячутся, все там прячутся под грелкой. Еда, вода, грелка, свет, все дела. У нас возвратные морозы.
сейчас минус 10, обещают минус 20 ночью. Поэтому эти пока мест тут тусят. Ну и когда придет весна, они пойдут ко всем большим, потому что, в принципе, оперились сюда. Буду их скоро рассаживать, если весна не придет, когда надо. Вон у меня еще коробка от пилы стоит. От вот этой вот. Так что будем рассаживать их, делить, наверное, на побольше, поменьше. Да, вчера купили им кормушку, такую же, как поилку, потому что они уже большие, им надо больше. Вот еды я заполнил им полную, они, видите, не доели со вчера еще, а пришла водичка, ну, были опилки, почти выпили, я водичку поменяла. Нет, тоже водичку пьет. Какая мелочь. Да? Ребятушки, козлятушки. Мы сидим, рыжий такого лягает. О, рыжий. Вон он там сидит. У меня и американки, и оливегерс, которые оливковые яйца несут, и зеленые яйца, и даже вот этот, вот видите, желтенький. Вот этот, это мама у нее легорн белая, а папа американо. По идее, у легорнов генетически белая шкорлупа, а у американ голубая на всю толщину. С ними сверху пигмента нет, я надеюсь, что будут голубые яйца нести, посмотрим. Ну, тут, конечно, здоровые птицы такие. Вот этому месяц и день, вот этому месяц, судя по размеру, они у меня шли так вот, через один. Это из маленьких инкубаторов вылуплялись. Вот. Ладненько, пойдем. Покормили, попоили, музыка у них играет, все как надо, тепло. Обогрев работает. У меня грелка, она геотермальная. Трубочки, тут трубочки, 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 и тут они вниз там подземные. Там стоит система, которая делает теплообмен. Ну и здесь только вот вентилятор, поэтому гоняет воздух вокруг элемента нагревательного или охладительного. У меня примерно такая же система дома стоит, только не заканчивается вот этой трубой, а разводится по всему дому, каждую дырку. А здесь он только у нас, вон дырка одна оттуда. Я думаю, туда воздух забирается, здесь прогоняется и теплый возвращается обратно. Там у нас в полу всасывается воздух, проходит здесь, нагревается. Ну или охлаждается, в зависимости от сезона. Да? Мелочь. Мелочь. Попробовать. Вот этого, он говорит, рыженький.